какое-то более высокое место в системе мировой политики. Да и в отношении передать тех, которые утрачивали свои позиции, там тоже могут возникнуть всякого рода зигзаги, которые требуют особого внимания. Внимательно очень относимся к Соединенным Штатам, которые явно утрачивают те свои позиции, которые они занимали на протяжении длительного промежутка времени и уступают, скажем, ценных материалов. Совет приостановил членство в ФЛА. Владимир Путин заявил о том, что проведет осенью с главами регионов серьезный разговор об эффективности управления в субъектах. Президент призвал правительство совместно с деловыми сообществами подумать о дополнительных механизмах поощрения лучших региональных управленческих команд. Важнейшая роль в создании благоприятных условий для ведения бизнеса принадлежит, безусловно, регионам Российской Федерации. Сегодня утром, уже, знаю, обсуждалось тоже это на площадках форума, были объявлены результаты ежегодного национального рейтинга инвестиционного климата. Я хочу присоединиться к поздравлениям победителей. Напомню, это Татарстан, Белгородская, Калужская области. Отмечу также значительный прогресс Тульской области, Владимирской, Тюменской, Кировской, Липецкой, Орловской области и города Москвы. Но на что в этой связи хотел обратить внимание? Судя по результатам, у нас уже сформировалось ядро лидеров, которые традиционно занимают верхние строчки рейтинга. Естественно, возникает вопрос, а где остальные? Я прошу правительство совместно с деловыми сообществами подумать о дополнительных механизмах поощрения лучших региональных управленческих команд. Однако Владимир Путин заявил, что руководство страны будет принимать серьезные меры, вплоть до кадровых решений в отношении тех, которые не понимают, что поддержка бизнеса – это важнейший ресурс развития региона и всей страны. Генпрокуратура по поручению главы ведомства Юрия Чайки вступила в контакты со своими французскими коллегами для защиты интересов россиян, задержанных и осужденных во время проведения Евро-2016. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Александр Куриной. По его словам, после получения необходимых документов и материалов будут выработаны соответствующие меры. Генпрокурор ранее заявил, что российская сторона намерена отловлены во всех городах-организаторах чемпионата мира. Первые часы обратного отчета были запущены в сентябре 2015 года на Манежной площади в Москве в ходе празднования символической даты 1000 дней до чемпионата мира 2018. Суд в Тюмени оштрафовал 25 студентов за подкуп доцента перед зачетом. Обвиняемые выплатят теперь в общей сложности 700 тысяч рублей. Расследование в отношении доцента кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Тюменского госуниверситета продолжается. Следствием установлено, что в январе группа студентов-заочников 6-го курса этого вуза скинулись.